Привет всем, вы на канале Садового Повара. На моем канале вы можете найти простые вкусные рецепты. Итак, камбуз, пароход, 100 миль от берега, готовим в море. Так, сегодня решил приготовить курочка KFC, KFC Chicken. Для этого нам понадобится, я взял куриную ногу, я ее сейчас обработаю, разделаю, такого плана курица. Для панировки возьмем муку сегодня. Мариновать будем соль, перец, базилик, кадюн, порошок чесночный немного и сметана с яйцом. Обычно использую йогурт натуральный, не сладкий, не привезли этот раз. Использую сметану. Сметана плюс яйцо добавлю. Все, погнали готовить нашу KFC курочку. Как и сказал, курица промыта. Начнем с разделочки. Обрубаю кость на бедре и рублю на 2 порционных таких куска. Это тоже некрасивую галышечку обрубаю. Таким образом. Шлеп, шлеп. Три движения. Четыре иногда. Ну, таким образом все. Мариную курочку. Так, соль, перец. Кадюнский. Базилик. Порошок чесночный. Сметана. Два яйца. Сейчас сметанки еще добавлю. Сметанки. У меня такая с петрушкой замешана. Все это замешать и дать хотя бы часик, чтобы промариновалось. Вот что получилось. И потом в муку и в большое количество масла будем жарить. Прошел часик. Отволакиваю обильно каждый кусок отдельно в муке. Масло разогрето примерно градусов 150-160. Закидываю. Масло тоже не должно быть очень горячим, иначе быстро прихватится. Вот у меня уже, смотрю, за много жары. Я лучше в сторону откину, потому что будет некрасиво. Подгорит, но в конце не доготовится. Но все равно я буду закидывать в данном случае в духовку. То бишь получится разогрев и доготовка нашей курочки KFC. В сторону пока отставил, как и говорил, зажарка перегрела пляги, ну нормально будет сейчас уже. Тут у меня двоечка, тут единичка, сейчас я на единичку подставлю, вот, жарится дальше. До золотистой корочки. Погодка сегодня у нас вот такая, чуть-чуть подзадуло, но все супер. Август месяц, как говорится, за бортом. Еще не должно быть ни штормов, ничего. Хотя бывает, что уже и может под сраку дать и летом. Прошло минуток 5. Уже некоторые кусочки, которые первые закинул, переверну, чтобы были красивые, не пережаренные по цвету. Были бы золотистые. Обязательно берем бумажное полотенце и выкладываем на профиль, чтобы впитал лишний жир.
Перед тем, как подогреть в духовке, довести до готовности, я выбираю бумагу и уже без бумаги отправляю в духовку. Потому что, как бывает, что это тесто, то, что есть от курицы, это KFC смесь, она прилипает к бумаге. Так что отправляем без бумаги в духовке, если вы будете доготавливать в духовке вашу KFC курицу. А это у нас сегодня на ужин баранина и ростбиф, жареная говядина, тушеная, жареная в духовке точнее, англичане любят. Ну вот, смотрите, какая красивая, золотистая KFC курочка. Сейчас будем уже откидывать в сторону. Все, откидываю в сторону, вот какая она красивая, золотистая KFC курочка. Вообще готовится быстро. И главное, что будет вкусно. Я еще подам сырный соус к этой курочке. Сырный соус будет очень простой рецепт. В моем сегодня случае я беру сметану, так как нету йогурта, опять-таки, его не привезли в этом заплыве йогурт. Натуральный. Сметана, соль, перец, лимон, сахара и натереть туда сыра. Супер тоже такой соус получается, как раз подходит к KFC чикен. Еще иногда делаю майонез, смешиваю просто с чили соусом, тоже хорошо гармонирует, на ему экипажу нравится. Ну, сегодня сделаю просто этот сырный. Итак, соус готов. Вот он. Такая консистенция, все ингредиенты, что он называл, ничего сложного. Сейчас 15 минут до подачи на обед, закидываю на нее 15-200 градусов, доведу до готовности и подогрею нашу курочку KFC. Вот как она выглядит, как в ресторане KFC визуально и по вкусу тоже. Все готовим, делимся моими рецептами. Подписываемся на мой канал. До скорых встреч. Пока.